Как, делишки-ребятишки, с вами снова я, Дисан и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня вместе с вами мы будем превращаться в блоки, искать друг друга и многое другое. Это не прятки, это намного интереснее. И да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайки под нашими сериями прохождения карт. Только благодаря вам выходит это видео. Поэтому лайкосик прямо сейчас и на мой видос, и на видос Евгения. Сразу набирает 15 тысяч лайков и сразу же также выходит новая серия с каким-то прохождением карт. Вот прям обещаем, да. Это, с этим я с тобой согласен. Итак, короче, Эдисон, что нам нужно делать на этой карте? Вот ты давай рассказывай, а я послушаю. Это как hide and seek, но, как я уже сказал, намного интереснее. Ну, то есть, я буду превращается в какой-то блок на карте, в какой-то комнате, да? Прятаться на этой карте. Ты сначала запомнишь изначальную позицию всех блоков на карте, а потом я где-то спрячусь, и ты должен будешь меня найти. Заметить разницу! Заметь разницу, да, на самом деле все очень просто, но на словах сложно объяснить, поэтому я думаю, на примере вы уже все поймете. Да. Так, смотри, Эдисон, ты будешь отгадывать или... Я буду отгадывать сначала первый раунд, а ты будешь прятаться, поэтому давай. Хорошо. Все, молодец. Да, так, я предлагаю начать... Ну смотри, тут зелененьким горит, мне кажется, вот это... А, это типа уже выбрано, да? Дезер, да, дезер. Ну давай отсюда начнем, давай, Glass Madness. Glass Madness, да? Да. Опа, и давай будем... А, подожди, а мне что? А что? А, все понятно. А, ну вроде все, вроде все. Так, ну все, старт плейн, поехали. Так. А чё, что мне делать? Не понял, что мне делать? Подожди, а что ты делаешь? Что ты делаешь? Я ничего не понимаю. Я боюсь такой стеклянной штуки, а что мне делать? Я не знаю, кем мне быть! Давай быстро! Я не понимаю, Эдисон, это а ты давай поднимай, я выбрал какой-то фиговый блок, и ты меня сразу спалишь, я не знаю, какой перевыбрать. Ты жди. На самом деле, карта тут очень маленькая, но я постараюсь побыстренько вон где-нибудь спрятаться. Давай, хорошо. Так, я буду вот этим вот, да, все, я спрятался, ага. У меня есть 30 секунд, чтобы запомнить, как выглядит вот эта карта, и потом, что в ней изменилось, понимаешь? А что она реально такая маленькая? Вот я и тоже не понимаю. Кстати, я объясню немножечко. Сейчас я тебя вижу, но ты меня не видишь. Да, я тебя не вижу. Я еще не спрятался, типа. Я просто, соответственно, наблюдаю. Да, это стандартная карта, как она выглядит изначально. У меня есть 7 секунд, чтобы запомнить. И потом тебя найти. Давай, хорошо, подожди, сейчас все будет. Сейчас запомню. Надеюсь. Так, у меня 4 секунды. Так. Давай. Сейчас, я еще не появился даже. Так, что же тут изменилось? Хорошо. А у тебя есть право на ошибку или нет? Я не знаю. А что ты тыкаешь? Ты меня так не... Меня нету, я как бы летаю. Блок просто поставился на моем месте. Я понимаю, но как бы я не понимаю, где ты. Ты не тыкай, ты выбирай. Что-то тут явно поменялось, Эдисон. А что поменялось? Я ничего не понял. Это сложно, оказывается. Я думал, намного проще будет. Здесь должно было появиться стекло где-то. Это, в принципе, да, это логично. Хотя, может быть, и не стекло, кто его знает вообще. Нет, мне кажется, как раз-таки то. Да нет, это мне кажется, вообще не стекло. Я не понимаю! Нет, я проиграл. Да, ты думаешь, это так просто? Вот тут немного стекла? Охренеть! Да, конечно. Давай, деревню, да, деревню. Хорошо. И сейчас поменяемся местами. Да что ты нажимаешь? Подожди, давай, меняемся местами. Все, давай, иди прячься. Хорошо. Давай. Ёпперэсэтэ. Блин, скиши. Подожди. Это не так просто, как ты думаешь, на самом деле. Так. Ага. Давай. У меня уже время пошло. Капец, тут карта-то побольше будет, честно говоря. Да ничего она не побольше, тебе кажется просто. Подожди, Жека, а у тебя там таймер идет в этом или нет? Да, идет в чате таймер. У меня 15 секунд осталось. Так, подожди, я не помню, я не знаю, я не запомню. Так, хорошо, здесь у нас не было блока. Не, вот на самом деле вот тут намного проще, потому что когда все в стекле, намного сложнее найти. Так. Подожди. Ай, вот я дебил! Хорошо такие, хорошо, давай, так. Нужно вспомнить. Ага! Я не тот блок выбрал! Ну ты ретард! Да!
Да! Я не тот блок выбрал, понимаешь? Не тот блок. Жалко тебя, жалко. Да, это, конечно, да. Все же, да, выбирай своего. Диффренсера своего выбирай, вот этого, давай красного, да. И почти поменяем уровень. Кварц. Почему у тебя такие простенькие? Не хочу я кварц. Ну хорошо, давай. Ну блин, давай не кварц. У тебя опять будет вся комната просто белая, понимаешь? Давай. Я просто читер, так же, не дифферс, да? Все, стартплей. У меня там просто изи как-то найти. У тебя вся комната будет опять одного цвета белого, и как я должен тебя буду найти? Ты ну, на самом деле, тут не так все просто. Ну, сейчас увидишь. Ну, ладно, допустим, я здесь прячусь. Да ты издеваешься, это в смысле? Охренеть просто! Да, давай, ищи меня, давай, Эдисон, давай. Точнее, если не ищи меня. Да ну нахрен! Ну, чё у меня за карта, где просто изи найти друг друга, и чё за это карта? Не, мы сейчас на этой же карте будем, я буду прятаться. Это жесть какая-то, честное слово. Хорошо, без проблем. Как я должен тут... Я ни хрена не помню, ни хрена не могу запомнить. В смысле, как я должен тебя тут найти? Да, Эдисон, ты справишься. Я в тебя... Я на самом деле... А, нет, нормально. Охренеть да, просто! Я в тебя верю. Да, все! Я все запомнил, все, что тут было. Да, зашибись. Допустим, вот этот блок. Охренеть! Давай сейчас поменяемся. Да, давай сейчас поменяемся. Хорошо. Я разве говорю, что это просто? Давай сейчас... Так, где я? Вот. Так, я буду... Давай. Я буду споттер, хорошо. Поехали. В смысле? Прячься. А у меня другой уровень, ты что, другой уровень выбрал какой-то? Я ничего не тыкал. А что у меня другой? И вот это самая простая карта, которая только в мире может существовать! Чё это за дичь, я не могу понять? Понимаешь? Не скажу, что я тут делаю. Самый простой уровень, который существует в этой вселенной, понимаешь? Самый простой. Хорошо. Давай. Хорошо, давай попробуем. Так. Я больше бомбить не буду, но это жесть какая-то, честное слово, это жесть какая-то. Я сейчас так, хочу подожди, на том здесь... уровне деквард, а ты на этом будешь уровне. Да хорошо. Так, подожди. Хорошо, я жду, да. Нечестно. Накрутки, подкрутки, понимаешь? Нет, на самом деле здесь не так просто, что не так просто. Нет, тут все просто, ты сейчас поймёшь. Да, я согласен, что кварц-то, конечно, посложнее, но... Так, мне кажется, я ничего не запомнил. Мне кажется, я ничего не запомнил. Не, ты сейчас все поймешь, давай. Ты сейчас все поймешь. Так, давай. Хорошо. Та-ра-т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 а. Блин, я помню, что где-то здесь... Ты, видимо, где-то в полу спрятался. Ну, потому что тут было больше дырок в полу, но... В полу? Ну, вместо... Ну, типа, землей, травой спрятался, мне кажется, так, но... Я не понимаю, где, потому что я не помню, где не было блока. Хрен его знает, честно. Блин, на самом деле такие мелкие вещи очень сложно запоминать. Да хрен его знает, честно говоря. Где-то в полу, где-то точно в полу. Где-то в полу, да. Где-то в полу, а может не в полу. Кто его знает? Ну по сравнению с кварцем, это вообще жесть на самом деле. По сравнению с кварцем. Да, так. Нет, не здесь. Ну я не помню, я наверное, так и не вспомню, поэтому сама где-то здесь. Нет, я проиграл. Да! Кем ты был? Травой. Все верно. Хорошо, вот давай сейчас на этом же месте давай поменяемся местами. Я буду споттером. А ты будешь диффренсером. Так, а сейчас я, да, искать буду вроде. Я. Да, ты, получается, без дифференс. Да, ты дифференс, а я споттер. Давай, начинай. Хорошо. Я жду, давай. Блин, я даже не знаю, где спрятаться, я не знаю. Ну тут у нас вот эта карта покруче, может здесь побольше блоков. Все, я спрятался, да. Ага, ты спрятался. Всё. Хорошо. Да. Ой, прекрасно. Так, ага. Ну давай. Хорошо. Давай, найди меня. Тут надо запомнить то, что тут все понятно, тут все. Ё-пересете. Ага. Зашибись. Ты ещё пока вы на стороны посмотри, обязательно. 4, 3, 2. Ни хрена не понятно, ни хрена не понятно. Мне кажется, у тебя получится в этот раз меня найти. А у меня почему-то кажется, что нет, не получится. Вот я почти уверен, что получится. Вот я почти уверен. Я помню, я знаю то, что ты вот тут, но я не знаю, какой блок тут был.
Да, где? Какой блок? Я не знаю. А где он? Рядом где-то был? Очень рядом, ты прям вот, да, ты прав. Ну, блин, ну это сложно, это сложно. Я не знаю, как это можно за 30 секунд запомнить каждое положение блока, это вообще невозможно. Я пошел прятаться, а ты меня тут жди меня тут. Ой, ёхали бабай. Мне уже интересно, что там за уровень, рассказывай мне, давай. Я не буду ничего говорить, потому что мне попадаются самые простенькие уровни вообще во всей вселенной. А где я тут, в принципе, должен спрятаться, не могу понять. Я не знаю, как он даже выглядит. Но я видел, что он назывался N, значит, там... Так, подожди. Я должен... Ага. Если я выберу сейчас не тот блок... Так, я тебе не буду говорить, какой. Вообще не буду тебе говорить, какой, понимаешь? А то, если скажу, ты меня сразу же найдешь. Блин, там всего как бы два блока. Разницы особо нету, но тут вообще негде спрятаться, вообще просто негде спрятаться. Не, на самом деле, даже когда нету негде спрятаться, очень сложно идти, прям пипецки сложно. Каждый блок запомнить. Вот самая легкая была самая первая карта. Ну даже не легкая, а в плане того, хорошо, что она очень маленькая. Допустим вот тут, потому что я ни хрена не понимаю, вообще ни хрена подожди, не понимаю. Подожди. Ага. И ты хочешь сказать, что это сложный уровень? Это пипец какой сложный уровень. Запомнить, как эти горки выглядят. Горки? Один блок появится, даже не замечу. Вот тебе мини-горы. Да. Сколько у тебя там еще времени осталось? Десять секунд. Так, здесь два, здесь два, здесь, ага. Здесь вот такая вот буковка Т, ага. Т. Хорошо. Даже хорошо. Так. Мне кажется, я вообще не посмотрел, где надо. Я не знаю, но тут в принципе больше мест нету, где можно. Хотя, вот там еще, вот где вот эта хренотень, но в принципе да, я согласен, то, что можно и там. Да. Так, я, короче, кое-что понял. Там на всей карте был почти единственный блок, типа вот. Снизу типа его не было, короче. Не было блока в полу. Блока в полу не было, и ты в него залез. Но я не помню, где он находился. Предположу. Блока в полу? Да. А, хорошо. Предположу, что он мог быть где-то вот тут. Нет, реально сложно. То есть, ну там рядом, на два блока чуть левее, вот я там был. Ну ты тут в полу был, правильно? Не, кстати, не был в полу. Я спрятался прям на полу. Я только потом заметил то, что там даже в полу дырки не было. Я не знаю, как я спрятался над полом как. Это все сложно было, все сложно. Я еще не понял, ну ладно. Читер. Так, давай, Незер. Ад. Хорошо. У нас тут еще пару уровней осталось. Так, подожди. А, поменяться надо. Я дифференс. А я споттер. Давай, вперед. Опа, 30 секунд, значит, да, у меня 30 секунд да, есть. Да, тут понятно. ОПРСТ. Так, хорошо. Так, давай, тут давай, у запомни, меня Г, тут у блока нету. Вот тут, что тут у нас? Тут у нас. Ага, потом 2-1. Потом 2-1. Подожди, 2-2. 1-1. Так, тут все изи, я надеюсь, да? Я очень надеюсь, что все тут изи. Ну ни хрена, я ничего не запомнил, Жек. Я тебе честно скажу, я даже сам запомнил, я спрятался. Давай. Так. Давай. Прикольно. Как? Вот запомнил! Вот это я это просто, вот это честно просто было. Хорошо. Давай, Жека, следующий уровень. Опа, так, пошли. Да все, давай. Ай, да, хорошо. Что там? Хорошо. Ща мы постараемся. А что у меня тут есть? Какой у меня тут блок есть? Ага. А какая-то карта, как она называется? Дезерт, ну в смысле пустыня у нас. Ага, понял. Пустыня. Ну то есть, очевидно, ты будешь какой-нибудь песочек. Кто его знает, слушай, кто его знает? Ты будешь, может быть, как ты? Как ты? Кстати, возможно, очень даже возможно, я согласен, да, то, что. Блин! А чё, блин? Я боюсь. Да не бойся, Жек, все будет нормально. Давай, прячься. Как ты? Хорошо. Давай где-то вот тут. Так, хорошо, здесь не было блока, здесь два, здесь один.
Хорошо, ага, здесь у нас, ё-моё, туда-сюда, ага, хорошо, так, здесь, я пока не понимаю одну фигню, ну хорошо, я потом объясню, но тут какие-то баги происходят, честно тебе скажу, уже второй раз. Я не понимаю, Эдисон! Что, я сдаюсь, я все, я не знаю, я нет! Не успел, все, я ничего не посмотрел. Это крах, это крах, это крах! Это провал, это провал! Отменяйте миссию! Да. Почему у тебя там, я говорю, второй раз подряд, почему у тебя там блоков земли не было? Подожди, когда ты смотрел, у тебя там блоков земли не было, да? Каких блоков земли? Ну ты говорил то, что ага, тут блока нету, значит у тебя в земле была дырка такая, да? Да. Так не было там никакой дырки, я спрятался над поверхностью. Почему у тебя дырка там была? Я видел, что ты спрятался поверх. Ну ты запомнил, что там дырка была, а дырки там не было. Так, ну что, Эдисон, предпоследний уровень, поехали. Да, да, кто сейчас прячется? Прячусь я. А ты прячешься, да? Ой, я не то нажал. Не то нажал, ну хорошо, давай. Биза-дифференс, нажми биза-спотер. Биза-спотер, хорошо, давай. Да! Давай. А, стоп, мы тут уже прятались. Я не знаю, где спрятаться, вот что мне тоже интересно, куда мне спрятаться. Би-би-би-би-би-би-би-би-би. Я не знаю, Эдисон! Тут проблемы. У меня большие проблемы, большие, все, я все. Какой-то странный должен быть блок, если ты его не видишь, да? Да, ага, очень так, странно. Хорошо, хорошо, всё, у меня давай. Есть. Ага. Тут, угу, понятно. Угу, потом угу, за угу. Деревом. Да, угу. Вот за именно ним. За деревом, все понятно. Да, да, ага. За деревом, потом вот тут снизу. Снизу. Да. И потом внутри. Потом два и сверху. В принципе, если так подумать, то изи даже изи, да? Да, прям вот это, да, да. Я с этим согласен. Ну, на первый взгляд, изи, да. Но сейчас. На самом деле, здесь реально мало куда можно спрятаться, потому что карта реально какая-то однообразная. Хорошо, хорошо. Такс. Отлично, отлично. А почему выбрался? Нет, это Plains. Ну такая же карта была, согласись. Подожди, а может Deep Forest давай выберем? Давай вот тут попробуем. Так, сейчас посмотрим. Да, вот тут мы не играли, да, вот тут мы не играли еще с тобой. На Deep Forest мы не играли. Да, 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 мы, значит, это другой уровень был. Так, хорошо. А, какие у меня тут есть блоки? Блоки, блоки, понимаешь, блоки какие у меня тут есть? Непонятно, какие у меня блоки тут есть. На самом деле, это офигенная карта. Если вам реально понравится вот такая вот фигня, типа, заметить разницу, мы, может быть, какую-нибудь отдельную рубрику. Да, вот честно, если вам понравится, то мы сделаем отдельную рубрику. Женек прав, Женек прав. Так что... Лайки, как бы, комментарии. Лайки, комментарии, это все, конечно, очень хорошо, но я не знаю, куда мне спрятаться. Давай. Да ты подожди, давай. ты подожди. Хорошо. Ну ты подожди, Евгений, ты подожди. Я как понимаю, у меня крышка, да? У меня жопа. Хорошо. Допустим, вот так вот, да, и потом вот так вот. Я готов! О, я потерялась, в смысле? Тут еще какие-то лабиринты, вы что гоните так хорошо? Здесь, как это вообще, я ничего не вижу, тут что темно, ёпарамакалата! Простенькая карта какая-то, согласись. Я даже до конца не успею добежать. Так, подожди, здесь два, здесь один. Есть один. В смысле? Ага, где два, где один? А что, вообще не могу понять, что, иди, про шоу, что ты горишь? В смысле два? А где два, четыре какие-то? Один, восемь, десять, да. Все. Карта вот эта на самом деле сложненькая. Сложненькая? Думаешь? Да. Она какая-то неоткрытая, понимаешь? Хорошо. Да, согласен. Так, есть ты где, Евгений? Я тебя не вижу даже, ты где? А, вот вижу. Да, хорошо, да. То есть ты не два, здесь. Там три, четыре. А, я вообще сюда не забирал! Чё? Куда? Чё это? Я даже этого не видел. А чё там? Подожди, я в гиб... Ни хрена себе! Нет, так туда нельзя забраться же вроде. Так, подожди. Может быть, ты просто перекрыл там проход? Кстати, да, с собой перекрыл проход, чтобы ты наверх не забрался. Вот какой я умный, да? Да. Хорошо. Я не знаю. Так, хорошо. Вот здесь точно нет. Я помню, здесь было 2, 2 и 1. Я помню. Чё 2, 2, 1? Здесь тоже был один блок травы. Наверх ты бы никак не смог залезть.
Хорошо. А, подожди, а что у нас там в начале карты? Еще в начале карты. Помню, что-то в начале было, а вот что вот, вот это не помню. А где, где вообще проход началось? Я не помню. Я тоже не знаю, честно. А, вот, все. Так. Хорошо. А я не могу ломать даже это? Хорошо, хорошо. А, то есть листвой ты не мог вообще быть априори? Ну, а ну ты просто подумай, как я мог быть тут листвой, ты меня вообще никогда в жизни не нашел бы. Пипец, а я запоминал только, как листва отображается. Хорошо. Теперь задача еще усложняется. Да, еще усложняется, да, да. Ну же нет, она бы улегчилась. Если бы ты запоминал, да. Ну, блин, я запоминал сразу листву. Ну так оно, да, так оно намного сложнее. Да! Собака! Собака! Да, 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 а да, почему да. Я проход перекрыл, если я даже не там прятался? Что за подстава? Подстава, понимаешь? Хорошо. Colorful, мы еще тут вроде не играли, да? Все, давай, последний уровень. Все, я поехал! Давай, ой, мам дорогая, уровень. Сложный уровень, сложный? Как ты знаешь, я бы тебе не сказал, что он сложный. Ага, то есть он не сложный, а он просит. Он вообще не сложный. Я тебя сразу же найду в ту же секунду, да? Ну, мне кажется, да. Хорошо, хорошо, возможно. А возможно, нет. А кто его знает вообще, да? Возможно, конечно, что и нет. Мне кажется, что все-таки да. Пофигу. Допустим, пофигу. Ну, потому что, блин, тут реально негде больше спрятаться. Давай, давай. Так, ага, тут нету, тут... Ёх, давай, давай. Бабай, подожди, как ты это сложновато. Получается всего 4 места, где можно спрятаться. Зеленый, синий, оранжевый. Не, подожди. Синий, зеленый, оранжевый. Если на красном стоять, я сейчас все запомню, подожди. Охренеть, нет, я ничего не запомню. А, да подождите, что так быстро? Синий, зеленый, оранжевый, да. Синий, зеленый, оранжевый. Да. Я думал, ты вообще в полу спрячешься, а ты наверху спрятался. А понимаешь, в чем прикол? Либо я тупой, либо не было, в принципе, голубого блока. Там был blue, но это как бы синий. А light blue не было там. То есть да. Синий априори там невозможно спрятаться. Проблемка называется, проблемка. Я согласен. Ну, карта на самом деле крутая, но она недоработанная, а мы можем ее доработать, потому что мы как бы супер крутые монеты. Да, ребят, как бы. Все в ваших руках. Мы можем сделать отдельную рубрику. И все зависит только от вас. Если мы набираем по 15 тысяч лайков, то мы запишем еще одну такую же серию, да, Жека? Да, а также еще, если вы подпишетесь на канал, то у вас будет, вы понимаете, самое хорошее настроение и вообще будет очень все хорошо, так что подписывайтесь. Депрессухи точно не будет. Поэтому, ребята, спасибо вам всем за просмотр. Кстати, мы еще эту карту можем в описании выложить, если набираем 15 тысяч. Ну это естественно, когда 15 тысяч лайков, это уж традиция. Понятно. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.